Вчера все православные верующие отмечали Рождество Христово. Но для некоторых этот праздник стал днем собственного появления на свет. В этом году, 7 января, сотрудники Брестского областного родильного дома без работы не остались. Ведь они стали свидетелями рождения 5 мальчиков и 11 девочек, пополнивших ряды новых жителей области. Хочу сказать, что это получилось у нас среднестатистическое количество родов за сутки, как у нас вот в прошлом году было. В прошлом году 16-17 родов у нас в сутки происходило, точно так же, как по заказу произошло и на Рождество. Вот. Ну, все новорожденные живы, мамы тоже. Для женщин, которые стали мамой в такой великий день, это двойная радость. Они надеются, что дата появления их малыша на свет обеспечит ему особое покровительство высших сил. Среди тех, кому довелось стать матерью в рождественскую ночь, оказалась и Валентина Шантар. Своего первенца, сына, она хочет назвать Денисом. Малыш родился одним из первых в этот праздник. Для него и для его мамы эта ночь была непростой, но изменившая их дальнейшую жизнь в лучшую сторону. Ведь теперь в их семье появился еще один человек. Пока еще совсем маленький, но уже такой любимый. Мы не ожидали, конечно, что в такую ночь мы родим. Хотели очень, чтобы родился 7 числа. Но нам ставили позже немножко срок. Но так получилось, что вот не стали мы ждать. Вот. Ну, счастье, конечно, непередаваемое. Влияет ли дата рождения на дальнейшую жизнь человека, сказать сложно, поскольку никто этот вопрос специально не исследовал. Здесь многое определяется осознанием. Если сам человек считает этот факт судьбоносным, то это будет иметь для него особое значение. Самое главное, чтобы появившийся на свет ребенок действительно был человеком, образом и подобием Божьим, и чтобы жизнь его имела смысл. А это во многом зависит и от правильности воспитания. Иначе говоря, родители в ответе за то, как сложится жизнь у их ребенка.